Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия». Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Сегодня день неизвестного солдата. Эта дата отмечается в России с 2014 года в память о российских и советских воинах, павших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Поисковый отряд «Подвиг» в Карачаево-Черкесии имеет многолетнюю традицию по нахождению останков советских бойцов. Их работа посвящена увековечиванию памяти о погибших соотечественниках в годы войны. И, конечно же, огромная роль отводится патриотическому воспитанию молодежи. Юные поисковики приходят на смену своим старшим товарищам, переняв от них лучшие традиции и многолетний опыт. Сегодня день инвалида. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2022 год годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Весь год в республике проводились дополнительные мероприятия, направленные на лечение, реабилитацию, социализацию этой категории граждан. В связи с этим были улучшены качество и доступность медицинских услуг во всех, даже самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. А еще в республике открылась школа обучения программированию для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта партии «Единая Россия». Он позволит получить профессию и зарабатывать, не выходя из дома. На компьютерные курсы приезжают дети из всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Одно занятие в атмосфере высоких технологий прошла и Фатима Даурова. Сегодняшнее утро у Лилии Атаянс начинается не так, как обычно. Вот уже несколько недель каждую субботу отец подвозит ее ко второму корпусу СКГА, где в одном из учебных кабинетов ее ждут такие же особенные детишки, как она сама. Здесь они проходят курс обучения компьютерному программированию. Место учебы выбрано не случайно. Здание Института цифровых технологий полностью соответствует социальной программе «Доступная среда». Появилась такая идея реализовать проект на территории Карачаева-Черкесии, в данном случае вот в городе Черкеске, с участием Северокавказской государственной академии. Спасибо Руслану Харовичу Качкарову, ректору академии, за поддержку этого проекта. Наш проект называется «IT. Мир без границ. В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья». И вот начиная с лета этого года мы непосредственно используем классы и оборудование Института высшей математики и программирования Северокавказской государственной академии, используем этот ресурс и обучаем детей навыкам какой-то практической компьютерной деятельности. Идея создания такого проекта возникла не случайно. Причина оказалась довольно прозаичной. Родители особенных детей часто сталкиваются с различными преградами, но это, к счастью, оказалось разрешимой. Мы столкнулись с такой просьбой родителей, которые неоднократно пытались устроить своих детей на курсы компьютерные и где им регулярно отказывают. Дети имеют определенные ограничения здоровья по моторике, еще каким-то вопросам, и на курсы их частники не берут. 12-летний Всеволод Горин на досуге увлекается блогерством. И, судя по его словам, у него это неплохо получается. Программирование – это моя будущая профессия. А вот мое хобби – это YouTube-каналы. У тебя свой канал или ты просто просматриваешь? У меня есть свой YouTube-канал. На данный момент там имеется 208 подписчиков и 32 тысячи просмотров. Но именно на этих курсах он настроен получить более расширенные и углубленные знания, чтобы потом в будущем пользоваться ими в полной мере. Профессию Всеволод себе уже выбрал. Я здесь, потому что в будущем хочу стать программистом, разработчиком. Может быть, я буду что-то моделировать, может быть, создавать игры или какие-то другие приложения, может быть, проекты домов. Но мне интересны компьютеры, у меня к этому лежит душа, скажем так. В группе занимаются 15 детишек. Программа обучения дает возможность ученикам расширить свой кругозор, ознакомиться с основными принципами программирования и приобрести ключевые навыки в различных специальностях. На занятиях детки учатся писать коды для сайтов и мобильных приложений, создавать игры и мультфильмы, обучаются дизайн-мышлению. Все это вкупе позволит им почувствовать атмосферу высоких технологий.
Да, есть некоторые, ну, небольшие проблемки с передвижением, да, как-то мышку тяжелее держать. Но в целом нам же сейчас нужно именно понимание, логика работы. А с этим у детей проблем нет. Они даже более лучше, шустро рассуждают, чем, ну, даже взрослые люди. Так что с этим никаких проблем не возникало. Все, что я им рассказывал, они улавливали, и вот сейчас вот сидят, делают свои проекты. Пока идет очередное занятие, в холле их ждут родители. Такие встречи для них как сеанс у психолога. Они делятся друг с другом новостями из жизни особенных детишек, их достижениями и успехами. Эти курсы, конечно, востребованы для наших детей. Появился шанс для наших детей получить новую профессию. Как бы в дальнейшем профориентации поможет это выбрать. Может, кто-то из них будет гением, будем надеяться, может, кто-то известным программистом. Будем надеяться, что наши дети себя в этой жизни найдут. По словам организаторов проекта, знания, полученные в процессе обучения, помогут детям поступить в вузы, получить работу в IT-компаниях, открыть собственное дело. Это возможность не замыкаться в своем маленьком мире, а стать успешными людьми, влиться в социум на полных правах. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Декабря. Ярослав Запашный в Кисловодском цирке. Спешите! Пятого декабря исполнилось бы 100 лет известному литератору, участнику Великой Отечественной войны, члену Союза писателей России, народному писателю Карачаева-Черкесии Сергею Никулину. Сергей Петрович оставил незабываемый след в литературе народов Северного Кавказа и России. Именем этого выдающегося писателя названа Республиканская детская библиотека. И сегодня своими воспоминаниями об этом талантливом человеке поделилась с нашим корреспондентом Беллой Джазаевой, заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Светлана Телешко. Здравствуйте, Светлана Федоровна, рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Повод для нашей встречи – это столетие Сергея Петровича Никулина. Мы знаем, что это был один из самых талантливых писателей Северного Кавказа, России, военный корреспондент, народный писатель Карачаева-Черкесии. Именем его названа Детская республиканская библиотека. И 5 декабря ему исполнилось бы 100 лет. Я знаю, что вы несколько лет проработали бок о бок с этим талантливым, замечательным человеком. Поделитесь своими воспоминаниями. Я работала с ним около 3 лет в редакции газеты «Ленинское знамя» и дружила все годы, когда он уже ушел на пенсию. Могу сказать одно. Это был настоящий интеллигент. Угу. Вот настоящий русский интеллигентный человек. Это проявлялось во всем. В обращении с коллегами, с женщинами, с молодежью. Вот во всем он был настоящий интеллигент. И общаться с ним всегда было очень приятно. Меня, например, трогало, что как он заботился о молодежи. Я потом перешла в отдел культуры, где он раньше работал. Uh-huh. И я уже знала, если открывается дверь и заходит Сергей Петрович с листком в руках, значит, уже принес чей-то рассказ или чьи-то стихи. Я улыбаюсь, он говорит, я знаю. Конечно, они несовершенны, но ты поработай. Надо обязательно публиковать, потому что это начинающий человек, его надо поддержать. И столько таких было. Именно он познакомил меня с Юрой Баловым. Угу. Это был талантливый еще поэт. Я его считала на уровне с Есениным. Это наш местный Есенин был, к сожалению, не сложилась его судьба. Да и многие другие проходили через его руки. В этом он был неповторим. Угу. Вот не просто на словах, а он на деле пытался помочь. Угу. Я ушла на радио главным редактором, он и там меня находил. Тоже приходил с теми же просьбами. Сделай, надо, чтобы прозвучало, помоги.
И очень удивляло меня его отношение к женщинам. Вот настолько почтительное уважение, причем не только на словах, а на деле. Я видела, как он относился к своей второй вот жене Любовь Петровне. И потом вот на удивление, что немногие пары себе позволяют. Он же расстался с первой женой, она осталась в Москве, работала управляющей первой аптекой города Москвы. Так вот, когда со второй женой, с Любовью Петровной, он ездил в Москву к сыновьям, они останавливались у Веры Ивановны. Это же говорит о многом, о многом. И как отец он был очень внимателен к своим детям. И когда один из сыновей ушел из жизни, он очень тяжело пережил это. Наверное, это ускорило и его уход. Но вот особо хочу сказать, что его отношение к женщинам, вот у него книга, вот этот сборник рассказов «Белые лебеди», это как бы квинтэссенция его понимания тяжелой доли русской простой женщины в годы войны. Каждый рассказ здесь читаешь, не надо никаких комментариев. Это настолько тяжело, настолько понятно, когда, допустим, на пахоте падает лошадь, изможденная, уже голодная, следом падает корова, и женщина впрягается и тащит сама этот плуг за собой. Это читать невозможно. Или вот по названию книги его «Лебеди-касьянихи». Это же надо, женщина, которая потеряла мужа, всех сыновей, полуголодная, и она спасает раненого лебедя, делит с ним последнюю картошку, там, что может, кормит его, выхаживает. И в конце концов он начинает ходить за нею, но приходит весна, она слышит журавлиный крик в небе, и он встрепенулся. И она понимает, как ей не хочется остаться одной, но она выпускает его и следит за его полетом, что он улетает туда. И вот поучительно, что она уходит из жизни со временем, а каждую весну туда прилетают лебеди на это озеро, и односельчане говорят: «Лебеди-касьянихи прилетели». Понимаете, вот никакого комментария не нужно, этим все сказано. И так каждый рассказ здесь можно комментировать. И другие его книги, но это результат его жизненного опыта, результат участия в войне. «Мы твои дети, Россия», до Берлина было далеко. Mm-hmm. Это тоже судьбы людские, воспоминания, такой своеобразный его язык. Mm-hmm. Вот. Таким он мне запомнился. На ваш взгляд, каково значение этого писателя в культурной жизни нашей республики? Мне кажется, сама вот его проза, вот эти книги, уже это значимо, потому что они легко читаются. Я же говорю, в них нет поучительных нот. Они просто вот фактами, событиями сами говорят о том, что человек должен впитать в себя. Вот часто мы раньше ездили с нашими писателями, и он принимал участие в этих поездках, в школах бывали, в трудовых коллективах. Ему всегда было о чем сказать. Он говорил так же доступно, так же просто, убедительно, как и писал. И я думаю, в этом и было его значение, что он был представитель культуры, настоящей культуры, настоящей интеллигенции. Я думаю, что все, кто знал его, могут подтвердить это. Он был таким во всем. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И желаю вам здоровья и успехов. Спасибо вам. Карачаево-Черкесия – абсолютный лидер среди субъектов СКФО по количеству приехавших туристов. За 9 месяцев текущего года республику посетили более 1 600 000 отдыхающих. Регион эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства. И надо отметить, что показатели ежегодно растут на 15%. Увеличение турпотока связано с активным развитием в республике этой отрасли, масштабным строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. Напомню, сегодня гостей и туристов на курортах принимает более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов, 17 канатных дорог, 30 горнолыжных трасс общей протяженностью 52 километра. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных. Жду вас у экрана завтра в 8 утра в итоговой программе «События недели». Всего доброго.